Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами скульпторов, художников Бартоломео Пассаротти. Рисунок статуи Микеланджело Аврора около 1550 года. Бумага, карандаш, коричневые чернила 44/29. На этом листе Бартоломео Пассаротти выполнил рисунок статуи Аврора Микеланджело. Скульптура украшает одно из самых знаменитых творений мастера – надгробие Лоренцо Медичи в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Самостоятельная работа по копированию шедевров и сегодня важнейшая часть обучения художника. Пассаротти был представителем болоньского маньеризма. Данное направление, вопреки своему названию, которое сейчас звучит как «манерность», включает произведения мистического содержания. Краски на картинах маньеристов словно плавятся от духовного жара, фигуры вытянутые, лица болезненные, они символизируют триумф души над бренным телом. Микеланджело состоял в числе кумиров маньеристов из-за особого титанического характера его персонажей. Ну вот такое описание я нашел в интернете к работе Бартоломео Пассаротти, рисунок статуи Микеланджело Аврора, выполненный около 1550 года. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.